Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею Великой Победы. Его посыл будет актуален в любое время. Это самоотверженное служение людям, добру и своей родине. Воплощением этих добродетелей стала монахиня Мария, известная миру как Елизавета Юрьевна Скопцова. Мать Мария, за этими именами стоит одна жизнь, одна личность. Русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель. Святая наших дней и для наших дней. Любовь воплощенная и распятая. Эта литературно-музыкальная композиция о судьбе монахини Марии стала еще одной авторской работой театра «Авангард». Его руководитель Виктория Винокурова, учитель русского языка и литературы третьей школы, вместе с коллективом театра прививает зрителю всегда востребованные духовно-нравственные качества. А благодаря своей постановке выступление становится еще эстетическим удовольствием. Очень скоро все вы получите свои профессии, обучитесь, станете взрослым. И пример, каким человек должен быть на своем месте, показывает нам сегодня Матушка Мария. Воспитание новых поколений десногорцев становится посильной задачей, в том числе благодаря друзьям третьей школы. За участие в судьбе молодежи благодарственными письмами награждены неравнодушные жители города. Это представители общественных и культурных организаций, деятельность которых связана с просвещением и вдохновением молодых десногорцев. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.